Задержана дама, которую подозревают в хищении денег с банковских карт у десятка челябинцев. По версии следствия, на счету предполагаемой мошенницы как минимум 6 преступных эпизодов. Это 33-летняя жительница Самарской области. Полицейские полагают, что именно она рассылала жителям региона СМС-сообщение, якобы о снятии с их счета денег. Люди, поверив, связывались с ней, передавали данные своих карт, а та снимала со счета жертв деньги. Пострадавшие теряли до 50 тысяч рублей. В настоящее время жительницы Самарской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.